нихуя, кроме волосы. Привет всем, меня зовут Магнит, и это мой недовлог. Почему недовлог? Потому что изначально я не планировала как бы снимать его, но будучи уже на мероприятии, я подумала, а чё бы нет? И решила снять. Я была вчера на фестивале Urban Culture, фестиваль, соответственно, и здорово провела там время, и решила показать вам, как это все было. Я шла конкретно на трех исполнителей, на Скриптонита, Анакондас и группу Хлеб. Они просто супер зажгли зал, просто на 100 из 10. Зал просто горел, и вообще было очень все круто. И вообще сам фестиваль был очень крутой и замечательный. Так как я не планировала с самого начала снимать, поэтому некоторые видео будут в плохом качестве. Например, когда мы стояли на сцене со Скруджи, и я записывала это в свою ВК-стори, поэтому плохое качество будет, но вы посмотрите, если вам интересно. Так как я не планировала снимать влог, это видео будет практически тупо из нарезки выступлений. Но надеюсь, вам это все равно будет интересно, как бы и посмотрите, если вы любите Скриптонита, Анакондас или группу Хлеб. Если вам вообще нравятся такие фестивали, то посмотрите этот видос. Кстати, Urban Culture фестиваль был от тех же организаторов, что и Viral Day. А еще там была Мариана Ро и Эдвард Тева. Touch my foot, I got a tree, I see that you're the Buddha.
который раз прав. Мы достигаем победы. На этом все. Если это видео вам понравилось, то подпишитесь на канал, ставьте лайки и всем пока!